Привет, друзья, с вами GameChannel Alex. Это Batman продолжение. Миссия по спасению Талии. Блин, Джокер задолбал реально говорить. Сейчас было просто адовое замесище со снайперами. Террор. Скорее, Бэтмен, занимай свое место. Представление вот-вот начнется. Теперь ты решил обсуждать. Слишком поздно, Бэтмен. Дай мне лекарство. Лекарство ты уже получил. Талия, нет! Ни хрена. Проблема решена. Тебе не нужно было. Почему? Ты бы этого никогда не сделал. У меня не оставалось выбора. Выбор всегда есть. Я должна была тебе это спасти? Харли Куинн украла его, а я забрала его обратно. Все. О, мистер Джокер, вы прекрасно выглядите. Что такое? Фальшивый Джокер. Прости, любимый. Я не знал. Браво, Бис! Еще, браво! Это был не ты. Не всегда. Иногда. Сбивает с толку, правда? На твоем месте я бы очень хотел понять, что же происходит. Скажем так. В подобные времена очень важно не терять лица. Но сначала, будь так любезен, дай мне мое лекарство. Что за глина? Почему ты здесь, Карла? Зачем ты связался с Джокером? Все просто. Лучшая роль в жизни. Настя. Последний шанс. Не грузись, Бэтс. Последний акт только начинается, а ведь он просто фееричен. Ох, нахрена. Давай, 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 Бэт. Проматывал. Промазал. Ай-яй-яй, попался, ты ко мне. Дай выпереть, Пеппер. Промазал. Ага, ты сейчас попался. Да чтоб тебя. Ай, да блин, не успеваю уворачиваться вообще. What are you doing? Are you supposed to be playing with knives, Bat? What the hell are you
Давай, Бэт. You're supposed to be killing Batman. Оп. Оп. Ни хрена не вижу. Так, я выучил этот говнюк. Блин, я сейчас помру. Вау, это что случилось? Don't just stand around! Давай, Бэт. Пора с ним заканчивать. Поехали. Заканчивай с ним, Бэтмен. You're making me late for my spa treatment. I mean, it's not like you've got a girl to save anymore, is it? О, прости, слишком рано. А смена декораза поможет унять боль? Would a change of scenery help ease the pain? Блин. И сейчас сюда этот здоровяк, да, упадет? Конечно. Что за неудачники из глины? Я вот этого не понимаю вообще. Давай, Бэт. Вот так. Ну. Ну, хорош. Ох ты. Эпично так Бэтмен вышел. И выпил. С дороги, Бэтс, у меня свидание с бессмертием. Ха. Себе.
Я сейчас не скипал. Вау. Лекарство. Скорее. Чего же ты ждешь? Давай. Я убил твою подружку и отравил Готэм. А ведь еще только утро. Все мы знаем, что ты меня спасешь. Каждый твой поступок заканчивается смертями и горем. Люди умирают. Я останавливаю тебя. Ты бежишь и начинаешь все сначала. Я думал, это фирменная шутка. Бэтмен, втащи ему. Блин, я опять скипнул. Ой. Все, что ли, игра закончилась? Да, игра закончилась. Блин, две заставки. Очень важную заставку скипнул. Я ее ставлю в конце, ну, где-нибудь найду на ютубе, чтобы, ну, не упустить уж. А вообще, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, вступайте в группу, ставьте под видео. И еще, если это возможно, то по Бэтмену будут выходить побочные миссии. Вот. Я такого не делал никогда, но Бэтмен такая игра, что мне она очень понравилась, и по ним будут выходить побочные миссии. Но на этом все, всем пока. You want to know something funny? Even after everything you've done, I would have saved you. That actually is pretty funny. What the hell happened in there?